26 лет в этом году исполняется казахстанской полиции. В связи с этим отдел внутренних дел Курмангазинского района организовал торжественное мероприятие. На вечере вспоминали о полицейских, погибших в ходе исполнения служебного долга. Был оказан почет их семьям. Между тем, ветераны правоохранительных органов были награждены медалями за безупречную службу милиции, 100 лет советской милиции. А сотрудникам правопорядка, добросовестно выполняющим возложенные на них служебные обязанности, достигшим хороших результатов в работе, были вручены благодарственные письма акима области, района и начальника областного департамента внутренних дел. В завершении церемонии награждения сотрудники полиции представили концертную программу, исполнив патриотические песни. В послании главы государства народу было отмечено, что безопасность общества и соблюдение законности зависит от работы и профессионального мастерства каждого полицейского. Сегодняшнее мероприятие послужит примером для воспитания молодежи. Дорогие ветераны, поздравляю вас с праздником и заверяю, что последующее за вами поколение будет также плодотворно трудиться. Всех с праздником! Мне бүгін біз аудандық ішкі істер бөлімі Құрманғазы аудандық соның ұйымдастыруыменен. Сегодня нас поздравляют с нашим праздником. Я пенсионер. Более 20 лет трудился на службе в рядах милиции. Был подполковником милиции. Вот теперь оценен мой труд. Я приглашен на это праздничное мероприятие и награжден медалью. Выражаю благодарность. Всех своих коллег поздравляю с праздником.